Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинду Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нита Нанда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарно Даям Гопиджано Самаюктам Биндаванам Манохарам Ванча калпатарвоща кипа синду бхавачу. Патитананг павани бхавишна вебхьо намо намаха. Мукан кароти вачаланг пангунланг хайтагирим. Ят кипа тамханг ванде парамананандамадвам. Биндавай тусиде байпиявай кешвасача. Шна бхакти паде деви саттваттвай намо намаха. Нараяна намаскритто наран чайва нараттамам. Девин сарасватин вясам тато жайо мудирай. Шанкиртане кришна катху падеши. Гаурия патрасша пракаса неча. Садану ракта гуру бхакти юкта. Бхакти Прамадакша Джагод Баруна Дейям Сада Парибхабхагнам Абишто Духам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатвихам Панатапал Бхабаддипутам Банде Махапурушате Чаранарвиндам Ят-пада-паллава-накачандамани-чатая Виспуражи-такамапикабабадушва-дарши Пурна-нурагра-сасагра-сарамуртихи Сарадхи-камай-кадам-кипан-караш Шри-кришна-чайтанна-прабху-нитта-ананда Шри-аддхайта-кададхар-сивасади Гаура-бхакта-винда Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита бхужоу канука бодато Шанкиртаной капитаро камуна ятакшо Вишамбару дижабару югодарма пало Банде жагат приякару каруна бхутару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Тада Синиттам Бхавану Рупена Садханаранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Табам Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Пахарам Варанаси Пурабхати Бхаджави Шанатам Ваги саджуша бадане Лакшмир яшача бхакшаши Ясястихидай самбид Твам нишингамхам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Банде Нанда Бхаджастринам
Padurinum Abhiknasha Yasam Harikatha Digitam Punahati Bhavanatrayam Yasam Harikatha Digitam Punahati Bhavanatrayam Bande Nanda Bhajastinam Padurinum Abhiknasha Yasam Harikatha Digitam Punahati Bhavanatrayam Yasam Harikatha Digitam Punahati Bhavanatrayam Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanto Saraswati Goswami Prabhupada Paramahansa Jagadguru said that Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanto Saraswati Goswami Prabhupada говорит, что Джагадваси с каждым днем, ну, обычные мирские жители этого мира, они с каждым днем все дальше и дальше уходят от этой абсолютной истины, все дальше и дальше. Они настолько далеко отдаляются, что перед ними, если мы хотим сказать что-то об этой абсолютной истине, они боятся. Почему такое происходит, обсуждать нечто другое? Зачем говорить об абсолютной истине? И вот Гаудия Гоштипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что среди десятков миллионов людей очень мало, они по-настоящему заинтересованы Кришна Баджан и совершают Кришна Баджан, и остальные делают непонятно что под именем Хари Баджана. И вот таким образом мы забываем об абсолютной истине день за днем, и наша цель. Ну, не отвлекаются, скажем, отклоняются. Но наша главная цель — Кришна Према. Мы не должны забывать о ней. Но день за днем мы отклоняемся от этого пути. И мы хотим вести свою жизнь с помощью майи. Люди хотят какую-то иллюзию, и поэтому иллюзия приходит к нам. Однажды один человек, тот, кто ведет себя идеальным образом, честно, он... у кого идеальный ачарон, он может даже пойти в крематорий в любое время, и никакие там бесы крематорские никак не повлияют на него. Что говорить о саду? Я знаю о могущественных царях, которые очень могущественные. Например, царь Викрамадитья. Может, вы слышали о нем. Он очень могущественен. Он отправился в лес. Куда-то в крематории, положил труп на себя, на плечо, и куда-то пошел, и никакие привидения, и местные бесы ничего не смогли сделать ему. И вот если у вас есть ачарон очень сильный, ачарон, можно даже в крематории пойти, никакое привидение. Мантры, тантры, всякие черная магия никак не повлияет. Если вы имеете такой настоящий ачарон. Что такое ачарон? Это быть, это делать, говорить, делать то, что вы говорите. Ачарон — это не просто пустые слова. Или чуть пять раз, или нет, четыре раза в день мыться. Нет, ачарон — это так, как самым лучшим образом мы можем занять себя в Харибаджане. Если Бхагаван будет доволен нами, то мы тоже почувствуем удовлетворение. Это зовется настоящий ачарон. И вот перед всякими людьми, которые
попадшими людьми, можно сказать, если говорить перед ними об абсолютной истине, они разгневаются. Вчера я говорил, тот человек сказал, ну какой-то этот Сахаджи сказал, что Махарадж трус, сказал, сам вы трус, приходите лично и попробуйте доказать, поскольку вы сами боитесь встретиться с абсолютной истиной. Я знаю много таких случаев. Жена ушла. Кто-то очень любил жену, жена как-то ушла от него. Он хотел забыть эту боль, разлуки. Начал пить вино и прочее, чтобы как-то забыться. И вот, он трус, поскольку боится, и также люди, которые боятся встретиться с абсолютной истиной, они тоже трусы. Много раз Шрила Прабхупад говорил, что это не так просто. Не каждый может говорить об абсолютной истине, и не каждый может слушать об абсолютной истине среди бесконечного количества людей, те, кто имеет силу встретиться и смелость встретиться с абсолютной истиной, услышать ее и принять. А трусы тех сахаджи, и они забывают. И вот люди пытаются забыться с помощью наркотиков, алкоголя и всего остального. В частности, это из-за страха перед абсолютной истиной. И возмущаются, когда Шрила Прабхупад называет вещи своими именами. Я знаю, сахаджи боятся, и вот они тоже пришли группой, начали возмущаться, что вы сахаджи, а не мы. Шрила Прабхупад сказал, да, мы сахаджи, но мы, а пракрита сахаджи, то, что естественно нам, для нас, мы делаем это. Мы апракрита, трансцендентные сахаджи, а вы пракрита сахаджи, вы хотите какую-то драму, какой-то цирк устроить, переодеваетесь в одежду гопи и думаете, что этого достаточно. Но таким образом, никакими гопиями, а простой имитацией и переодеванием вы не станете. И вот если не больше времени, я все объясню более подробно. И вот вчера я говорил, что те сахаджи борются со священным шнуром, и сейчас один из наших преданных, Махарадж из Девананда Гаудия Матха, хотел встретиться с тем человеком, который возмущался священным шнуром. И вот в процессе разговора этот ачарья сказал, что вы тут священный шнур отдаете всем. Да, тем, кто получает второе посвящение, но вопрос хочу задать. Что важнее, священный шнур или каупина? Вы тут каупины раздаете. Тот сказал, что каупины, конечно, более важные. Он ответил, но если вы каупины раздаете всем подряд, что тут более оскорбительно? Что мы в соответствии с шастрами даем священный шнур тем, кто получает второе посвящение. Шрила Прабхупад никогда не делал ничего нового, он просто принес, возродил то, что было изначально. И вот он никогда ничего нового, как Гора-мантра, Панчататва, все древние мантры и Маха-мантра тоже, она изначальная. А сахаджи придумывают какую-то хрень и повторяют, искажают вот мантру таким образом, которая противоречит всем правилам и здравому смыслу, как, например, где Радха Говинда, там Нитьянанда никак не может быть.
Шри Гауранга Махапрабху, он, когда выражал Радхабаву, вот в Хирапанчамититхе, в то время Нитьянанда сразу ушел из этого места. А Сахаджи, Гоу Сахаджи, Сахаджи, Парампара Сахаджи, как они могут знать эту Сиддханту? Вчера я говорил, что они боятся Шрилы Прабхупады, Бхакти Сиддханта Сарасвати, те, кто критикует Гауди Мат, я уверен, на 100% они боятся Гауди Матха. И настоящий Гауди Саду, поэтому они критикуют. Поскольку Гауди Вичара есть, они не могут бояться этого. Если мы посмотрим на Шрилу Прабхупаду, Бхактисиддханту Сарасвати, то наше сердце скажет, если не нужно, если вы посмотрите на меня, вы поймете, что Шрила Прабхупада, он искренний. Как тут какой-то человек с телевидения. Вот какой-то вот человек с телевизора думал, что все саду какие-то клоуны, но потом видел, послушал Харикатху Бабаджи Махараджа и понял, что тут не цирк, а что-то настоящее. И вот если кто-то делает что-то на показ, то вскоре все это выяснится. Поэтому Ачарон по поведению в соответствии с своим учением очень важно. Как Шрила Прабхупада, даже если он не говорит Харикатху, просто посмотреть на него, мы почувствуем некую силу, исходящую от него. И вот и тому человеку я сказал, вы боитесь Шрилы Прабхупады и Гауди Матха, и поэтому у вас достаточно времени, чтобы все критиковать, а баджан вы не занимаетесь. И вот некоторые люди думают, что критицизм — это их баджан. И вот что вы делаете, что мы делаем для Гауранги Махапрабху, ничего особо не делаем, сидим, болтаем и... Ну, это сахаджи, сидят, болтают и пытаются стать гопи, переодеваясь и украшаясь, как женщина. Это еще мода пошла на изменение пола, как раз такая сахаджийская тема. Хотя к духовности какое отношение это все имеет? Обычное подражательство и имитация. Шанта Махараджи так крепко выражался на открытых собраниях по таких сахаджи. Это Махараджи не будет повторять слишком крепкие слова. Хотя, если посмотреть по сути, такие ругательства, которые позволял себе Шрила Шанта Махараджи, они не меньше, чем ведические мантры. И вот эти сахаджи, если у них хотя бы честность была, было бы проще, но, к сожалению, такого нет. И вот у них нет силы встретиться с абсолютной истиной, и поэтому они делают как какую-то ерунду, имитацию. И вот тот Махарадж перед тем человеком, занимающим пост ачарьи сахаджийского, мне даже его неудобно ачарьи называть, а поэтому надо как-то более подходящее слово подобрать, чтобы оно выражало суть. И вот тот спросил, что мы в Гауди Матхе священные шнуры дают тем, кто получает второе посвящение, а вы каупины, что же более важно? Тот сказал, конечно, каупина более важна, но в соответствии с вашим философией получается, что раздача каупины всяким негодяям,
ни к чему хорошему не приводит. И что же более оскорбительно, вы сахаджи, всякие кундаваси и прочие, что хуже? Священный шнур в Ману Самхите и в остальных там описывается. Даже Бхагаван Шри Кришна, он родился в семье Вайши внешне. И если даже подумать, что в Матхуре, то он кшатри, а не браман. Но священный шнур получил, в Бхагаватам можно найти. Бхагаван Шри Кришна и Баларам, после того, как они отправились в Матхуру, они получили, прошли церемонию посвящения, получения гайдри священного шнура. И вот вайшья, кшатрия, браман, они могут. И перед тем, как получать священный шнур, даже родившись в браманской семье, все равно человек шудра. Это Сиддханта Шастра. По рождению все шудры, любой человек, даже в Бхаратварше, где все ведические правила и предписания в практической форме действуют, все равно шудра. Даже в браманской семье все равно шудра. Но когда проходят самскары, получает священный шнур второе рождение, то он браман. Но опять же, браманы, это по определяется, кто браман по качествам, по бхаве, по настроению, по образу жизни, по мировоззрению. Просто родиться в браманской семье, это никакого отношения не имеет к тому, чтобы стать браманом. Вот Риша Сибхамуни, как Вишвамита или кто-то там родился. Если посмотреть, как они, Агастья Муни, как родился, никакими браманами там и не пахнет, но они браманы. И вот недостаток сатсанги, не очень неудобно, что под именем сатсанги какие опасные вещи происходят, и вот не очень неудобно, я хочу это все исправить. Я люблю харикатху, и перед кем я могу говорить харикатху, потому что то, что я говорю, люди превратно понимают. И вот под именем харикатхи какие опасные вещи происходят. Если нет сатсанги, но все же это не так плохо, если сатсанги нет. То есть если мы живем где-то на Западе или еще где-то в какой-то там Японии, Америке, где сатсанги маловато, но все же это не так плохо. Но если под именем сатсанги происходит, а сатсанга — это гораздо хуже. Вот тут какой-то человек приходил, Шраван Махараджа, ученик, в Америке живет, индус. И вот я сказал, что вы хотите вернуться в Индию, но все же, по крайней мере, смотрите, у вас там хотя бы сатсанги нет, уже хорошо. Ну, он у себя дома там харикатху слушает, говорит, те, кто приходит, эти индусы слушают. Ну, такая индийская община. Вот Бабаджи Махараджа харикатху слушает, Шрила Прабхупады. И вот таким образом, по крайней мере, если у вас нет асатсанги, это уже хорошо, или асатсанги под именем сатсанги, это уже гораздо лучше. Есть некая возможность, вероятность спастись, но если такого нет, то хуже все. И вот Шрила Прабхупада сказал, кому? Садананде Свами. Когда Садананда Свами пришел, я говорил, что я мог родиться в Индии и получить больше возможностей, но Шрила Прабхупада сказал, нет, не так все просто. То, что ты родился на Западе, это лучше, чем в Индии. Поскольку здесь, в Индии, под именем Баджана, какая ерунда происходит, если посмотреть, то волосы дыбом стоят.
по крайней мере, у тебя нет таких дурных впечатлений об индийском баджане. Тебе проще узнать что-то новое, чем попытаться избавиться от старого. Поэтому, если ты родился на Западе, это даже лучше. Это, опять же, не значит, что я не верю в то, что кто-то говорит, что кто-то родился в России или в Америке и не может достичь Бхагавана. Нет, главное совершать баджан, неважно, где родились. Даже мусульмане могут достичь Бхагавана, почему нет, если они примут санатана дарму. И вот Махапрабху через Гакул ушел, там Падхан Вашнав, Падхан очень, ну, такой мусульманин такого плохого толка. И этот мусульманин, он почувствовал нечто, когда увидел Махапрабху. И я кланяюсь ему каждый день, я вспоминаю всех вайшнавов, и одного его тоже вспоминаю, что он обрел милость Махапрабху. И вот вайшнавизм, он все, это качество, всеобъемлющий, он связан с вашей душой, не с ложным эго, а не с грубым или тонким телом, а с душой. И вот, да, и вот с этого, и вот Шрила Прабхупад сказал, что если бы ты родился в Индии, было бы тебе гораздо хуже, чем родившись в Германии, поскольку у тебя, по крайней мере, нет дурацких представлений, как у индусов, о духовности. Поэтому тебе гораздо проще. И вот поэтому для меня проще. Поэтому таких сахаджей наставить на правильный путь гораздо сложнее, чем людей, которые ничего не знают, поскольку эта сахаджи очень глубоко в них проникла, они от нее избавиться не могут. И вот если человека нет, человек искренне, нет у него таких... Ну вот как можно видеть, что под именем баджана, ведической культуры и прочего, всякая ерунда происходит. Люди думают, что это имеет какое-то отношение к баджанной культуре. И когда они сталкиваются с чем-то настоящим, то они не могут это принять из-за своих предубеждений о том, что есть культура ведическая, что нет. И вот Удав, он не отличен от Шри Кришны. И вот Кришна говорит, что Удав и я не отличны друг от друга, даже настолько не похожи, что невозможно отличить. Даже Бхагаван Шри Кришна говорит, что даже вот так говорит, что он. Вот Шримати Радхарани и Гопи, они не отличны друг от друга, почему из Брахма Самхиты мы знаем. Они Сварупшакти и Бхагаван Шри Кришна, если посмотреть, он... Если внешне играет с какими-то молодыми женщинами, то нет. Я уже говорил, что Бхагаван Шри Кришна — это его шакти. Bhagavan is playing with himself. It's one Muslim poet. И вот Кришна, когда он видит свое, свое изображение в зеркале, он любуется им. И вот один поэт, у него Кази Назрул Ислам. Отец был мусульманин, мать хинду вроде его. И вот он
был хорошим поэтом, много чего написал о Кришне. Хотя мусульманин был, но писал о Кришне, что интересно. Это такие, ну, достаточно хорошие стихи, поэмы, восхвалял Кришну. Кришна. И вот он писал, что с незапамятных времен со скоростью света, если вы будете двигаться со скоростью света, то все равно вы не найдете конца Бхагавана, насколько он велик. А мы выражаем какое-то недовольство, пренебрежение перед Гуру Вайшнавами, Бхагаваном. И мы сожалеем, и мы чувствуем сожаление. Те, кто слишком много уделяет внимания своему материальному телу, все, что связано с ним, и что же говорить о Харибаджане? И вот те сахаджи хотят забыть, что мы не можем, ну вот эти сахаджи не боятся абсолютной истины, поэтому пытаются забыться в наркотиках, в алкоголе. And go to, yes, snack buy, lakhs of rupees. It depends upon how, what is the quality of snack. There is aquarium, there is some hole. Then you can put the tongue, take, you know, heroin, after that, you know, give the tongue there in the aquarium, and the snack can bite, after that you can. After that you can stay in this condition, 1 month, 1.5 months. Is дорогой наркотик. Несколько сотен тысяч рублей стоит для особо богатых людей. Тут заключается в том, что суют язык в какой-то емкости со змеей, змея кусает за язык, и потом они в каком-то таком наркотическом опьянении находятся месяц или около того. Ну, а там тут некоторые люди клей нюхают. Ну, чтобы забыться как-то. А тут бедные люди, на вино денег не хватает, они клей нюхают. Потом спят несколько дней. И вот сахаджи тоже ведут себя подобным образом. I have no angry attitude. I am speaking heavily, but I have no angry attitude. I must speak because heavily because you are speaking something about Guru Vaishnava and Gauri. That's what I'm speaking. So those gopikas, in material world. In material world. Во всем этом творении они наилучшие. Если мы чувствуем, что нас никто не любит, то мы можем потерять наше вдохновение. Кто-то, думаю, очень страдает от того, что их никто не любит. И вот мы думаем, что Шрила Прабхупада любит нас, Гурвага любит нас, и поэтому чувствуем вдохновение. Но эти сахаджи такого не чувствуют, и у них столько проблем. И вот в Упанишадах говорится. В Упанишадах говорится, мать
любит своего сына, поскольку есть у них материальная связь, есть, и она чувствует, что это ее сын. Если она целует сына, то она все это делает с любовью. Если посмотреть с научной точки зрения, что такое поцелуй, вроде соприкосновение мускулов, тела, губ, щек, ну, материальное объяснение поцелуя, как бы одно чувствует, а другое. И вот мать любит сына, поскольку у них есть такая связь. Но если я спрошу, если дух, душа уходит из тела этого сына, может ли мать любить своего ребенка? Сразу относят в крематорию, сжигают. Но может какое-то время пытаться его любить, но душа, жизнь ушла из него, но обнимать она его уже не будет. Это значит, тот даршан. Суть в том, что мы любим не тело, а душу человека. Это превратная концепция, заблуждение. То, что мы любим тело, нет, мы любим душу. Но некоторые заблуждаются, что думают, что любовь относится только к телу. Нет, это именно душа, присутствующая в теле, дает такое чувство. И поэтому в Упанишадах говорится, во всем этом творении есть некая связующая сила. Мать любит своего ребенка, ребенок любит родителей, а отец и мать любят друг друга, и это весь общество. А это такая связующая сила, иллюзорная энергия. Майя. Ничего иного. И вот для атмы, если мы можем, если все душ, все души уйдут с этого материального мира, то одна материя останется, и не будет этой связующей силы. И что произойдет? Что мы увидим? Ничего. Все уйдет. Поскольку в этом... Это все действует благодаря Майе, Пракрити и Пурше. И такое, вся эта жизнь, она происходит, живет ярко, с чувством. И те, кто заняты какими-то внешними вещами под именем Баджана, они, я думаю, они не понимают, что такое настоящий Баджан. Мы осознаем, что такое настоящий Баджан, поэтому так много вещей, много чего насчет этой темы я могу рассказать. И вот они говорят, когда мы можем обнаружить чистую саду, можно увидеть, что он очень заинтересован в Харикатхе и в Харибаджане, а не в том, чтобы раздавать еду. Ну, как бы раздача еды нуждающимся не так плохо, но какое отношение к Баджану это имеет? Если вы чувствуете вдохновение к Харикатхе, к Харикиртану, и поэтому Вишванатха Чакраварти говорит, те чистые преданные, они в большинстве своем, все, можно сказать, они очень заинтересованы в том, чтобы в Харикатхе и Харикиртане, в слушании Харикатхе и Киртана, они больше уделяют вот этому шравану, внимание шраванам и киртанам, но памятование автоматически приходит, и они вот заинтересованы в этих трех вещах, а другие, как и могут делать, но, опять же, не особо заинтересованы, интерес к этому не проявляют, поскольку
для них харикиртаны, харикатха — это сад, не просто садхана, а сад, садхьявасту. Если мы слушаем харикатху, для нас это садхана, мы совершаем баджан. Но для, не для Шридхара Гаргусвами Махараджа или Шрилы Прабхупады или Бхакти Прамодапури Гаргусвами Махараджа, их слушание и говорение харикатхи — это садья. Садья значит то, что нужно достичь, это цель баджана. Когда они говорят харикатху, они видят Бхагавана. Когда они говорят харикатху, не то, что они запомнили что-то и говорят, нет, у них нет времени на это. Они приходят, и это все является в их сердце, и они описывают, поскольку это их садья, это их цель. Через харикатху они могут видеть Бхагавана, и это их такой настоящий баджан. Не все понимают этого. И вот Удав Махарадж говорит то, что я хочу, я молюсь лотосным стопам эти гопи, поскольку их харикатха, она имеет такой огромный успех. Она может дать нам огромное благо. И вот сегодня Радхаятра Джаганнатха Дева связано с ним, с ними. Если я не скажу их имени, мое обсуждение Радхаятры будет бесполезным. Если я не расскажу о Гопи и Шримати Радхарани сегодня, то что толку от такого обсуждения Радхаятры, поскольку Радхаятра, оно связано с этим. Можно вспомнить, когда Бхагаван Си Кришна, я имею в виду, когда Бхагаван отправился в Двараку, оттуда они организовали большую яги в Курукшетре. И там все были приглашены, Муни Риши, цари и все остальные, в Раджавасе тоже пришли. Поскольку из Двараки в Курукшетру полпути. Курукшетра и Дварака достаточно далеко. Я был там. И так или иначе, они отправились в Курукшетру, чтобы встретиться с Кришной, их сердцем. И вот Нанда Баба и Шода Мама, все они поехали, чтобы встретиться с Кришной. Они встретились, это долгая история. Есть целая книга про Вайшнава, там подробно все описывается. Но так или иначе, там Бхагаван Си Кришна, он был там уже в этом, совершали я-ягью. Кришна Баларам, но сидеть там не могли, когда Ишода заплакала, поскольку они, эти пастухи, их не пустили, как у нас прям. И вот Ешода плакала снаружи и звала Гопала, и Кришна с Баларамом, они не могли сидеть на яге, встали, и Брамановски, что случилось? Сказали, что не могут сидеть, пошли искать Ешоду, нашли Ешоду, которая плакала, и как она взрыт, и вот они побежали к ней, Кришна побежал, обнял свою мать. Поцеловала, и такая встреча произошла Нанды, Ешоды и Кришны, и всех Раджаваси. Но те гопи, они не могли встретиться в открытую с Кришной. В индийском обществе много всяких правил, предписаний и прочих вещей, которые мешают жить. И вот поэтому Кришна раньше был этим пастухом, сейчас джентльменом стал, поэтому неприлично с гопи встречаться.
что там народ подумает, охрана, прислуга и все остальные. Ну, как если с Радхарани встретиться, выглядит нехорошо, но с индийской точки зрения, поэтому решили встретиться где-то в отдалении, пошли куда-то там за угол. И вот гопи буквально сошли с ума в виде Кришны, их сердце, сердце и душу. Они могли побить Кришну, отругать его или обнять. Они даже винили Брахму в том, что он создал глаза, которые моргают, и поэтому нельзя смотреть на Кришну непрерывно. И вот в такой ситуации, что сделать? Они побить Кришну хотели, и обнять, и не знали, с чего начать, и поговорить. И вот гопи, они обвиняли Брахму, что ты бестолковый создатель, зачем ты создал глаза, которые моргают, и мы не можем видеть Кришну непрерывно. И вот мы хотим видеть Кришну десятками миллионов глаз, но у нас всего одна пара глаз, и там моргает. Что ж такое? И вот те гопи, они не находятся в творении мантры, в творении Брахмы, это просто не ради лила его ругают. И вот когда Шримати Радхарани встретилась с Кришной, она не была довольна. Она чувствовала проблему, и тоже Кришна. И все люди кричали. И поэтому гопи говорят, что мы хотим встретиться с Кришной во Вриндаване, в Кунже, они тут среди толпы из царских этих атрибутов, зачем нам это надо. И поэтому Шримати Радхарани сказала для других людей, мой ум и сердце, они не отличны от Вриндавана. Мое сердце, оно не отлично от Вриндавана, там ничего нет, кроме Вриндавана. И вот на Бенгале говорится. И вот Радхарани говорит Кришна, ты хочешь отправиться во Вриндаван или нет? Если хочешь пойти во Вриндаван, я почувствую, что мы обрели твою полную милость, а здесь чего-то не хватает на этой Курукшетре, мы не чувствуем удовлетворения и такое состояние гопи. И вот хотя Кришна и Радхарани, они вроде те же, те же гопи, та же Радхарани, тот же Кришна, но все же не чувствуют они какого-то удовлетворения. Мой ум хочет полететь
по Вриндаван вместе с Кришной. Я хочу видеть эту кунжу. Я хочу видеть берег Ямуны. Я хочу отправиться во Вриндаван с Кришной. Я хочу быть на берегу Ямуны. Я не чувствую удовлетворения здесь, хотя вроде Кришна тот же самый и все остальное. И вот Радхарани так, ее сердце, оно, сердце буквально разрывается от таких чувств. Она не может этого потерпеть, если таким материальным. Если мы с материальным умом попытаемся это понять, мы не сможем, поскольку у обычных людей нет никаких представлений о трансцендентной любви. А материальной даже не у всех есть. Не то, что о трансцендентном. И когда мы это все поймем, мы осознаем. Почему? Поскольку мы не получаем правильную садусангу. Мы что-то получаем, но опять же, насколько и насколько мы это воспринимаем. И такое же чувство Шримати Радхарани думает, что мы можем взять Кришну и вот Радхарани думает, мы можем взять, увести Кришну во Вриндаван. И такое же чувство Гуранга Махапрабху, который имеет Радхабабу, такое чувство он испытывает. И вот философия Радхаятры очень глубока. И вот Гуранга Махапрабху, Радхаятра, он очень счастлив. И вот сегодня у нас есть возможность взять Кришну и отправиться во Вриндаван. И вот там в Саки Манджари, если я продолжу говорить, кто такой Вакрешвар Пандит, Свароп Госвами и Рай Рамананда, вы можете понять, если мы скажем, спутники Махапрабху, по сути, они все гопи, но мы явились в такой мужской форме в это время. Но вопрос, почему, интересно. И вот во время Радхаятры Махапрабху с преданными они сформировали 7 групп. В каждой группе был свой лидер, Вакешвар Пандит, Васагош, Свароп Госвами и остальные. И они... Махапрабху смотрел на Джаганнатха и плакал. Иди, пойдем со мной во Вриндаван. Вриндавана чало. Джай Джаганнат. Вот такой киртан они пели. Мы хотим взять тебя во Вриндаван. Здесь только народа, толпы. Нет возможности обсуждать какие-то возвышенные вещи. И в материальном мире материальные примеры тоже можно видеть, если люди, которые любят друг друга, они говорят наедине, а не на публике. И вот даже в материальном мире. Что говорить о трансцендентной любви? И вот Махапрабху с великим энтузиазмом и с Паханди Джаганнат после того, как 15 дней являл лилу болезни, сегодня особый день, когда Джаганнат выходит из своего храма. Джаганнат был болен, простуда у него была. И сейчас выздоровела, выходит, чтобы отправиться во Вриндаван. Он взял разрешение у Лакшми. Хорошо, иди, но ненадолго, будь осторожен. Лакшми. И после этого
все панды, они взяли Джаганатха, Баладева Субхадру. И вот есть долгая история Сканда Пурани. И вот перед Нарадой Бхагаван сказал, это форма Господа навечна, и я проявлю такую сварупу перед публикой. Джаганат Баладев Субхадру, вот эта форма Джаганатха, он проявит такую форму. Это изначальная форма. В духовном мире она есть. И вот в Двараке один день все махиши в Двараке Кришны, 16108 жен Кришны, они хотели услышать о Враджа Лиле, как это возможно, что ночью каждый день Кришна плачет, какова причина, что он чувствует, какую боль. Мы хотим узнать Кришна, почему он всю ночь плачет и вся постель в слезах, какова причина этому, поскольку они не могут спросить Васудева Деваки, у них нет идеи, и как Рахинима, у них есть такой есть обширный опыт, поскольку она была там во Враджадаме долгое время. Даже Баладев родился там во Вриндаване. И вот Рахинима, поскольку она была с Нандой Яшодой с самого рождения, и поэтому смотрела, что происходит, о настроении Кришны. И тогда все жены Кришны, они попросили Рахинима, можешь ли ты мне сказать о особенности той лилы, которую Кришна являл в Радже? Да, но опять же перед всеми не могу разговаривать, надо куда-то отойти. Опять же, у них Матхураса, но это не пересечение рас. У них тоже Матхураса, но какая-то Саки или Параки или еще что-то. Но они не пересекаются. Они в Матхурасе также, поскольку они Махиши, жены Кришны. Эти тоже Матхураси, но другая Матхураса. Разница в том, что вот у них у Гопи Паракия, а у тех Саки может быть как-то сгармонизировано. И вот они пошли в какой-то зал, где никого нету. Даже Баладева не пустили. Даже Субхадру, даже Джаганатха не пустили. Кришну не пустили тоже. Кришна, Баларама, кого там Субхадру, их тоже не пустили. Выгнали его только те, кто Махиши, жены Кришны и Рахини, начала говорить. Двери закрыли. Когда когда обсуждают что-то о Кришне, Кришна чувствует это. И вот когда Рахини начала говорить о сокровенных чувствах Гопи, то тогда Кришна Баларам, они не могли ничем заниматься, они попросили, чтобы их пустили, сказали, не пустим. Поскольку обсуждались такие сокровенные темы, и в этом случае Кришна и Баларам
они прислонили ухо к двери и начали слушать. И Рахини что говорила о сердце Кришны, о чувствах Нанды и Шрады Гопи к Кришне. Кришна стал, как сказать, окаменел буквально. Он слышал это и застыл. И услышав все это, Кришна, Баларам и Субхадра начали. И вот их тело начало плавиться, как воск. И если их сердце начало плавиться, как воск. И Кришна, как я услышал, он потерялся буквально, он упал без сознания и продолжал слушать. Его тело обмякло, и внезапно Нарада появился. Что происходит, что случилось? И тогда Кришна, плача, сказал: «Это моя вечная внутренняя сварупа. В Кали-югу я явлюсь в этой форме. Те, кто очень удачливы увидеть меня, им не нужно будет рождаться опять». И здесь говорится, если кто-то увидит Кришну Джаганатха на колеснице Сева, то ему не нужно рождаться опять. Хотя у кого-то какие-то предубеждения есть, что не пускают там иностранцев. Ну, хотя, с другой стороны, посмотреть, те, кто совершает кришнабхаджаны, они все браманы. С какого перепугу их не пускают, совершенно непонятно. Рупой Санатана из смирения. Не ходили к храм Джаганатха, но мы можем подумать, что мы тоже в группе Рупы Санатана, поэтому их не пускали, и мы не будем тоже смирение будем такое взращивать. Ну, хотя, по сути, причины никакой нету. Просто чей-то каприз. И вот что в итоге. И вот Джагнат Баладев Субхадра, они, Нарада, но нельзя, можем видеть Джагнатха снаружи, когда Джаганатха выходит на колесницах. Более практично. Я хочу... Вот в Таракешвара мы однажды поехали в Шив-мандир. Я люблю Таракешвара с детства. И вот мы поехали в Таракешвара, чтобы предложить гирлянду. Не пустили. Я сказал, что он тоже браман. Сослужение занимается, это сказали, но тут правило у нас, поэтому пускай снаружи стоит, ну что делать. И вот, если кто-то видит Джаганатха на колеснице, то здесь Писание говорится вот такими словами, что им не нужно рождаться заново. И вот Салбек был преданным Джаганатха, но времени мало про него говорить в следующий раз. И вот таким образом Шри Чайтанья Махапрабху с великим энтузиазмом танцевал. И трансцендентное блаженство Ананды — это нечто такое, когда это соприкоснется с вашим сердцем, вы растаете буквально. И все преданные готовятся совершать киртан в семи группах. И Шри Чайтанья Махапрабху начал петь, Вриндава начало джай Джаганат.
И когда Шри Чайтанья Махапрабху плакал и молился Джаганатху, и все эти веревки Джаганатха Махапрабху с преданными не взяли, тащили, тянули эту колесницу за веревки. И Джаганатх поехал. И Махапрабху смотрел на Джаганатха и шел за ним. И Махапрабху иногда видел, говорил какие-то шлоки на санскрите. Никто не знал, почему Махапрабху говорит так. Но Рупа Госвами осознал, понял. И вот шлока из Кавья Пракаша. Внешне можно, что это материальная кавья, материальная поэзия какая-то, сахития, но Махапрабху произносил их. Почему? Никто не знает. И Рупа Госвами Пад в тот конкретный год, Рупа Госвами Пад был там, Рупа Госвами Пад сказал, услышал, что Махапрабху повторяет эти стихи и понял, это причина, есть это этому. И после Радха-ятра, как закончилось, Рупа Госвами Пад написал эту шлоку. Вот это та шлока, которую может написать только Радхарани, никто иной. И Рупа Госвами Пад написал ее. И Прабхудананда Сарасвати. Если у нас есть какие-то представления о санскрите, о даршане, кавье, сахитье, мы сойдем с ума. Насколько красиво, насколько ритмично, поэтично. Только Радхарани может написать так, когда она... Только она может написать. Полную милость Чайтанья Махапрабху была на Рупе Госвами, и поэтому для него было возможно описать славу, такую предельную, запредельную славу. Вот Махапрабху буквально сошел с ума с Рупа Госвами. Мы так много слышали славу о славе Харинама. Мы слышали так много о славе Харинама, но это такого мы не слышали. Это лучшее из всех, что лучшее, что в Писаниях. Если какой-то сахаджи говорит, что Рупа Госвами написал что-то новое, то это глупо. Все, что он делал, это вечное. Рупа Госвами просто проявил то, что было раньше. Может, для кого-то это новое, но тем не менее, это вечное. Для чистых преданных это то, что есть и было. И вот колесницу тянули дальше, Махапрабху танцевал и пил, как сумасшедший. И сейчас у нас нет такого. Во время Гуру Махараджа я тоже танцевал и пел. Но сейчас нет возможности такой, времени нету. И вот Гуру Махарадж как был в Калне, здесь я пел и танцевал. А сейчас ситуации такой нет, чтобы можно было петь и танцевать. И так или иначе, Махапрабху говорит, сам Радха-ятра, Джаганатх иногда шел, иногда останавливается, и никто не мог сдвинуть его. Джаганатх смотрел на то, как танцует Махапрабху. Хотя, по сути, Махапрабху тот же Джаганатх. И вот, и несмотря на то, что тысячи преданных пытались его сдвинуть, если Джаганатх
не хочет, он стоит, и никто его не сдвинет, как ни пытайся. Однажды Джаганат остановился, царь обеспокоился, заняли слонов в этом деле. И вот слоны пытались тянуть колесницу, но было без толку. Колесница не двигалась. Этих слонов пытались бить как-то, чтобы они быстрее тянули. Этот слон начал возмущаться. Говорит, не могу, и все. Махапрабху сказал, давайте отпускайте слонов и прочих, и посмотрим, захочет ли Джаганат ехать дальше. И Махапрабху головой начал толкать Радха-ятру, и Радха-ятра поехала. И вот все были удивлены, как это возможно. Сколько людей, слонов пытались это сдвинуть, эту Радха-ятру, а Махапрабху своей головой, толкая сзади, он смог ее сдвинуть. И вот колесница поехала дальше. Даже буквально без всякой помощи сама поехала. И как, и что же двигало эту Радху, неизвестно. И таким образом, в итоге Махапрабху, я в какой-то день более подробно буду говорить, сейчас и кратко. И вот, в общем, доехали до Гундича Мандира, который Сундарачалом зовется. Он как два рака. И с одной стороны, с другой. Этот. Джагнат Мандир – Дварака, а Гундича Вриндаван олицетворяет. Какие-то люди в замешательстве, если это Дварака, то как? Ну, Даршан таков. Что Бхагаван думает, Махапрабху думает, Джагнат Кришна, они в Курукшетре, не в Двараке, а на Курукшетре. Ну, храм-то там, но... Тем не менее, и вот они тянут эту колесницу к Кришне в Сундарачалам, во Вриндаван. После этого Махапрабху пел и танцевал. Джаганат, когда достиг этого места, все преданные, они предложили Богу. Ну, все преданные хотят что-то предложить Джаганатху, любой может предложить Джаганатху, и Джаганатха обещание, что он примет все. Сейчас Джаганат не следует правильным предписаниям многим, поэтому даже те лесные жители, ну в Индии есть племена такие лесные, дикие, даже если они предлагают, и тот Джаганатха примет их подношение. И после этого Махапрабху пошел отдохнуть в Джаганат Валлабхудьяне, там сад Нипа посередине. И вот там Махапрабху решил отдохнуть, поспать. И царь Пратапаруда пришел, чтобы получить его милость. Это я буду говорить в следующий раз во время обратной Радха-ятры. Какие-то сахаджи, даже в нашем Гаудимате есть. Говорят, что обратная Радха-ятра запрещена для Гаудии. Бхарати Махарадж возмущался, что за глупцы говорят такую чушь. Читание Чаритамрити описывается, что Махапрабху в обратной Радха-ятре участвовал и тянул эту колесницу назад. Такие незрелые люди, как манго, например, зеленая. Если его карбидом посыпать, оно быстро созревает. Это их состояние, таких людей. Шилакеша Махарадж говорил, что такие люди подобны зеленому манго, который химическим путем пытаются сделать спелым. И вот в читании Чаритамрити говорится, что Махапрабху, он как в предыдущей Радха-ятре, он тянул
И вот такие люди делают вид, что они более возвышены, чем Махапрабху, просто смешные. И вот такие слова там говорят с Махапатуши. Махапрабху тоже совершал санкиртану и тянул эту радхаятру в обратную сторону. Но времени у нас бороться с сахаджиями нет. Поэтому кратко, нам нужно не помнить о главном. Ясам Харикатадгитам Унати Бхуванатвайам. Ясам Харикатадгитам Унати Бхуванатвайам. Ванча Карпатурусики Басинду Патитану Павану Бхавишна Бьюрна. Try to digest, not that only here and translation.